Подождать или сделать? Ну, смотря чего ждать, где-то хорошо и подождать, но если вы не сделаете, то ждать бессмысленно, поэтому можно начать делать и ждать не придется. Сделать самому или делегировать? Если есть кому делегировать, надо делегировать. Проблема в том, что перед тем, как делегировать, надо обучить, надо проконтролировать, надо проверить. И иногда думаешь, ну, лучше сделаешь сам. Использовать, что есть, или подождать лучшего? Использовать, что есть, на 100%, потому что только реализованные возможности открывают новые перспективы. И тогда и что-то новое придет. Теория или практика? Хороший вопрос. Без теории практика мертва, так говорил классик. Вот, поэтому, конечно, теорию очень хорошо понимать, но другое дело, что если вы изучаете теорию, не думая про то, куда вы ее потом собираетесь интегрировать, толку от этого будет, конечно, мало. Человек или искусственный интеллект? Человек или искусственный интеллект? Я считаю, что это вещи, которые нельзя сравнивать, потому что искусственный интеллект – это вообще другая сущность. Мы просто оказались заложниками языковой игры, предполагая, что у людей есть интеллект, и тут какой-то интеллект. Ну, на самом деле, мы биологическая машина, а это алгоритм, рассчитывающий сложные системы взаимосвязи. Это разные принципиальные сущности. Динамический стереотип или доминанта? Это нечестный вопрос. Вот. Мне предлагается выбрать из Ивана Петровича и Алексея Алексеевича. А как бы один обидится, другой, понимаете, в гроб вернется. Я очень деликатно к дедушкам отношусь. Сейчас или потом? Ну, что-то сейчас прямо.